В Алматы в Сатпаев Университи открывается филиал Гонконгского университета CTU, одного из лидирующих вузов мира. Это партнерство станет ключевым шагом в развитии обоих учебных заведений. В университете будут преподавать инженерные науки, бизнес, медиа и творческие специальности, право, гуманитарные и социальные науки с использованием передовых методик и исследований CTU. Эксперты отмечают, что открытие филиала Гонконгского университета – это значительное событие для системы высшего образования Казахстана, которое позволит студентам получить доступ к передовым технологиям и знаниям в различных областях науки. Что это дает студенту? Это дает студенту возможность интегрироваться в международное образовательное пространство. Это дает возможность обучаться на одном из лучших материально-технической базе. Это дает возможность в повышении уровня своего образования. То есть одна из главных целей, да, это повышение человеческого капитала.